Заехал в Бильбиди. Тут я хотел как-то тоже отель через дорогу. Но это была бы ерунда, потому что пляж вот такой, знаешь, приходите и боритесь между несколько отелями. Водичка чистая, валуны большие. Это мне тоже не очень нравится. Ну, в принципе, так же самое, как и в Кемере. Ну и все, тут такая набережная. Тем более-менее нормальный пляжик такой с галькой. Ну это, не знаю, как это тут выглядит. Ну как пускают на какой пляж. Такие дела.